Дело в том, что родилась она в удивительно красивой стране, где поют все от мала до велика. То есть не зря в нашей огромной стране, когда мы все были одним большим целым, говорили, что это самая поющая республика. И, конечно же, эта девушка хотела всегда петь. Музыкальную школу она закончила по классу скрипки. Хотела петь дальше, но родители сказали, нет, ты будешь врачом. И она честно стала, на 6 лет училась и стала терапевтом, фтизиопульмонологом. О как! Запомнил, да. Ну, она слушает, что я сейчас говорю. Вот. И вы понимаете, тяга к музыке, к вокалу победила. Она все-таки закончила музыкальное училище имени Гнесиных. И блистательно выступила в проекте «Голос» и до сих пор украшает лучшие концертные площадки нашей необъятной Родины. Потому что встреча с ней – это настоящее удовольствие. Ее имя в переводе с грузинского означает «эфир». Погружаемся все в эфир. Дорогие друзья, блистательная Этери Миашвили!